Всем поклонникам автоспорта, телеканал «Авто Плюс» предлагает рассказ о событиях очередного этапа Кубка «Лада Гранта». Интересных, ярких, зрелищных и красивых соревнованиях. 24 пилота из 6 регионов России от 18 до 50 лет. Одинаковые, мощные, красивые, новые, быстрые, сверкающие машины и равные шансы на победу. Главный приз по итогам сезона – новенькая «Лада Гранта». Очередной этап прошел на трассе «Смоленское кольцо» в Дорогобужском районе Смоленской области, в Тольятти и на автодроме «Чайка» в Киеве. Ну а этот этап уже четвертый, но было одно важное отличие. Это первый этап в статусе Кубка России, и это накладывало определенные ограничения. Обязательно поговорим о них по ходу этой трансляции. Ну а пока первая гонка. Формат гонок Кубка Лада Гранта традиционно одинаков. 50 минут плюс один круг от старта до финиша. Обязательный пит-стоп протяженностью 3 минуты, по ходу которого нужно сменить два передних колеса. Ну и в этот раз во всех 12 экипажах выступало по 2 пилота, то есть 24 гонщика. В первом заезде по традиции стартует сильнейший член каждого экипажа. Как правило, это профессиональный пилот, молодой и быстрый. Расстановка на ваших экранах. Отметим, что пол-позицию уже вторую подряд завоевал Павел Кальманович, заводской пилот АвтоВАЗа. Ну а дальше расположились его традиционные соперники Владимир Шишенин, лидер сезона Михаил Лобода, опытный Борис Шульмейстер, гонщик Михаил Митяев, Дмитрий Брагин. Одним словом, хорошо знакомые пилоты всем тем, кто смотрит наши трансляции. Ну и смотрим за стартом первой гонки. Смотрите, в левую часть стартовой прямой бело-зеленая машина Михаила Митяева ведет борьбу с соперниками, подталкивает Гранту Михаила Лободы и буквально выкидывает ее с трассы. В группе лидеров целых 5 пострадавших. Если лидеры сезона Юрий и Михаил Лобода, которые до этого финишировали во всех гонках не ниже 4-й позиции, похоже, прекращают свое участие в этом заезде, то досталось их напарнику по команде Аэроэкспресс Борису Шульмейстеру. Также не повезло и Владимиру Шишенину из команды Almax Major. Досталось и обладателю Поула Павлу Кальмановичу. Одним словом, завал что надо. Один из тех, за который мы все любим автогонки. Ну а эвакуация разбитой машины под номером 33. Еще раз скажу, это машина лидеров сезона, братьев-близнецов Михаила и Юрия Лободы. Так вот, ее эвакуация заняла добрых 15 минут. Были серьезные повреждения, но смотрите, и другие машины тоже разбиты. Их пилоты направляются к своим механикам в надежде на то, что те смогут за короткий срок исправить вот эти повреждения. Но это, пожалуй, самая серьезная авария в нынешнем сезоне Кубка Лада Гранта. Пилоты занимают места на стартовой решетке, красные флаги, естественно, заезд остановлен, судьям нужно время на то, чтобы расчистить трассу. Ну а мы потеряли формально всего одну машину, машину под номером 33, но на самом деле повреждения в той или иной степени получили практически все лидеры этого заезда. Ну а пока второй старт, на этот раз гораздо все спокойнее произошло. Ярко-красная машина номер 17 Павла Кальмановича команды АвтоВАЗ ПРО на первой позиции. Остальные машины все примерно в одной и той же бело-красной гамме. Хорошо заметны также бело-зеленые машины сбербанковской команды. Напомню, что это фирменная команда, за которую выступают реальные руководители Поволжского отделения Сбербанка России. Вот на этот раз заместитель председателя Поволжского банка Владимир Ситнов проведет вторую часть этой гонки. Ну а пока на первой части сражаются молодые профессионалы. Видим мы, как остро кипит эта борьба. Борьба, начиная за позиции с третьей и дальше. Ну а два лидера, пользуясь этим, отрываются все дальше. Красная машина Павла Кальмановича и белая-зеленая как раз под управлением Михаила Митяева. Ну а здесь немножечко не везет. Выкидывают буквально с трассы Владимира Шишенина, номер 16, очень опытного кольцевика. Ну и смотрим мы за развитием событий. Трасса «Смоленское кольцо» протяженностью 3 километра 300 метров. Открыта была в 2010 году, построена по проекту знаменитейшего Германа Тильке, того самого, что строит все трассы Формулы-1. Ну что же, гоночная фортуна, дама переменчивая, а остальные участники, те, кто смог продолжить движение, продолжают спор за победу. Впереди по-прежнему алая машина под номером 17, ведомая Павлом Кальмановичем, 22-летним тольяттинцем. Ну а вторая строчка у сбербанковской машины, номер 63, за рулем там Михаил Митяев. Трасса узкая, трасса не очень обгонная, и поэтому соперники долго присматриваются друг к другу. Вот, скажем, на наших экранах спор за пятое место. Десятый номер – это семейный экипаж Михаила и Вячеслава Малеевых, отец и сын из Самары. Очень интересно, что один из них, старший Вячеслав Михайлович, это самый возрастной участник соревнований, ему 50 лет. Младший Михаил Вячеславович, ему всего лишь 18, самый юный участник этих соревнований. Так что вот в одном экипаже собрались молодость и опыт. Неплохо они ведут борьбу, но, правда, на десятку наседает
экипаж под номером 77, Сергей Шелунов и Виктор Антонов, экипаж чебоксарской команды «Орлоид Рейсинг». Ну, а вот так выглядит задняя часть машины Павла Кальмановича. Очень серьезные повреждения. Просто удивительно, что «Гранта», даже превратившись в такой гибрид седанных хэтчбеков, все равно смогла продолжить движение. И вот, смотрите-ка, небольшая ошибка. Мы видели Вячеслава Малеева. Тут же мимо проскакивает Виктор Антонов. И пытается это же самое сделать и Антон Ладыгин, дебютант Кубка «Лада Гранта». Фамилия Ладыгин, конечно же, известна всем поклонникам российского автоспорта. Кирилл Ладыгин, один из самых титулованных отечественных гонщиков, участник мирового туринга в составе заводской команды «Лада», многократный чемпион и в кольце, и в треке, и в других гонках. Но вот теперь дебютирует его брат, 22-летний Антон. До этого он гонялся в картинге, гонялся довольно успешно, был призером чемпионатов России в разных классах. И вот теперь, одолжив у старшего брата комбинезон и шлем, Антон Ладыгин дебютирует, и дебютирует весьма неплохо. Он сейчас ведет спор уже за шестую позицию с опытным Вячеславом Малеевым. Вячеслав Малеев, напомню, обладает титулом чемпиона России. Ну, а его достижение последних лет, достижение уже этого сезона, четвертое место в гонке европейского чемпионата Гран-туризма за рулем Феррари. Кстати, что интересно, партнером Вячеслава Малеева в той гонке был как раз Кирилл Ладыгин. А теперь младший брат Кирилла, Антон, наседает на ветерана здесь, на Смоленском кольце. Вот так порой интересно и плотно переплетаются гоночные судьбы. Ну, а Виктор Антонов, проведя обгон, начинает уезжать от этой пары. Виктор Антонов вышел на пятое место. Ну, а во главе у нас по-прежнему Павел Кальманович. Однако, поскольку это дебютный этап в статусе Кубка России, то все вот эти вот гандикапы отменены. И в первой гонке каждый из экипажей стоит в боксах ровно по 3 минуты. Но во второй уже возможны какие-то изменения. Ну, а тем временем одним из первых отправляется в боксы как раз Антон Ладыгин. 3 минуты есть у механика, у одного механика, чтобы на плановом пит-стопе сменить два передних колеса. В это время пилоты меняют друг друга за рулем, и борьба продолжается. Поскольку 24 минуты со старта уже минуло, теперь у пилотов есть всего лишь 2 круга. 2 круга, а это значит, что нельзя тянуть, нельзя мешкать. Если хочешь обойтись без штрафов, надо мгновенно бросаться в боксы. Ну, а иначе, мы уже видели по ходу этого сезона такие ситуации. Питоны один за другим гонщики сворачивают в боксы. И надо сказать, что все понимают, как важны вот эти 3 минуты, как важно не потерять секунд в боксах здесь на питлейне. Вот, скажем, Сергей Шелунов, глава Чебоксарской автофедерации, сменяет Виктора Антонова, своего напарника по команде «Орлоид Рейс». Два экипажа допустили невероятное нарушение. Два экипажа отстояли перед боксами 2 минуты 58 секунд. И за это потом были наказаны. Я пока не буду называть номера, сохраню интригу. Но вот в этой вот длинной-длинной череде машин, которые выезжают из боксов, два гонщика еще не знают, что они будут оштрафованы. Отметим, что Дмитрий Брагин очень здорово передал эстафету своему напарнику Максиму Симонову, гонщику-любителю из Сызрани. У них была вторая позиция, вторая и сохранилась. Но как только пилоты сменились за рулем, тут же Симонов вторую позицию упустил. На нее вышел вот этот экипаж, 77-й стартовый номер. За рулем там Сергей Шелунов. Напомню, что его напарник, быстрый формулист Виктор Антонов, двукратный вице-чемпион России. Но вот сам Сергей Шелунов только недавно дебютировал в кольцевых гонках. Активно набирается опыта, участвует во многих соревнованиях, но пока что у этого экипажа лучший был результат на финише, только пятое место и в Тольятти, и в Киеве. Но вот теперь очень хороший стартовый отрезок, и сам Сергей Шелунов неплохо ведет гонку, обгоняя одного соперника, ну, пока что вот одного. Останавливается на трассе, к большому сожалению, машина лидера в гонке, и караван собирает белоснежная «Приора», сейфти-кар, автомобиль безопасности. Новый лидер, номер 77-й, Сергей Шелунов. Напомню, до этого максимально высоко, пятое место. А теперь экипаж команды «Орлоид Рейсинг» на первой позиции. Тает время, тает топливо в баках. Все меньше и меньше, уже около 10 минут всего лишь остается до финиша этого заезда. Эвакуация проходит. Вот такая плотная борьба на рестарте. Финальные круги. Здесь у каждого фактически есть шансы, и все это понимают. Все лидеры сошли. Такой гонки, может быть, больше не будет вообще в этом сезоне. Пылит по обочине Александр Карасевич, известный кроссмен, который выступает в составе экипажа НАМИ вместе с инженером этого института Максимом Нагайцевым. Вот у всех сейчас есть шансы, но пока что лучше всех ситуация распоряжается Сергей Шелунов. Заполучив лидерство, заполучив этого журавля в небе в кои-то веки в руки, пилот из Чувашии мчится вперед, пытаясь оторваться от всех соперников на тех последних, буквально истекающих минутах этой гонки. Ну, а спор за последующие позиции очень острый. Вот номер 11 и номер 10. Это Алексей Дегтярев против Михаила Малеева. Ну, а машину недавних лидеров, Кальмановича и Кабенко, к большому сожалению, закатывают в боксы. Банальный отказ в электросистеме не позволил гонщикам команды «АвтоВАЗ-ПРО» добраться до финиша. Ну, а на последних кругах состоялась сенсация.
Практически у всех пилотов закончилось в баках топливо. То, что мы видели уже на киевской «Чайке», у всех, кроме Сергея Шалунова и Виктора Антонова, которые блистательно выиграли впервые в этом сезоне. Вторыми финишировали, как ни странно, Александр Карасевич и Максим Нагайцев. Их оштрафовали на 20 секунд за то, что Карасевич превысил скорость в боксах. Но и ставшие третьими Алексей Дегтярев и Алексей Чебан тоже были наказаны. Те самые 10 секунд за 2 минуты 57 секунд в боксах вместо трех положенных. Таким образом, мы видим положение на наших экранах. Интереснейшая развязка, в конце все перемешалось. Ну и, пожалуй, самая яркая гонка этого сезона. Эмоции просто обалденные. Честно говоря, ехал первый круг после финиша, не понимая до конца. Вот. Конечно, были очень сильные соперники. К сожалению, им не повезло. И поэтому эта победа досталась из-за схода лидера. Вот. Но, тем не менее, эмоции очень позитивные. И, конечно, команда, в первую очередь, очень сильно рада, потому что мы действительно в первый раз поднимаемся на такой пьедестал. Отметим, что для всех экипажей, которые в этот раз поднялись на пьедестал, это первый подобный случай в нынешнем сезоне. Сергей Шалунов и Виктор Антонов — первое место, Александр Карасевич, Максим Нагайцев — второе, Алексей Чебан и Алексей Дегтярев — третье. Ну и также стоит, наверное, отметить четвертый результат Романа Гранатовича. Впервые сев за руль реальной «Лада Гранта», молодой пилот из Тулы финишировал на четвертой позиции в компании Сергея Рябова. Что сказать? Очень интересная гонка. Бывший виртуальный